Почему вы убегаете? Останьтесь, я вам ничего не сделаю. Мне нужна только одна информация, и все. Политея! Помогите, и я вас отпущу, не причинив вреда. Отлично. А теперь скажите мне, где глава Королевской гвардии? Мы не знаем. По-хорошему не получается. Давайте начнем сначала. Где глава гвардии? Она уже тебе ответила. Мы не знаем. Хорошо, я сделаю вид, что поверила. Я сама их найду. Тогда скажите мне, где Марион? Мы никогда тебе не скажем. Послушай, я была с тобой весьма любезна, но если ты мне сама ничего не скажешь, то я тебя заставлю. Что вы делаете? Не хотите поиграть со мной? Вы такие непослушные. Мы даже еще нормально не познакомились. Это невероятно! Как это возможно? В отличие от вас, я много практиковалась. Только не надо мне это говорить. У меня силы те же, что и у тебя. Твое сопротивление бесполезно. Ах да, наша маленькая девочка. Посмотри, что тут у нас. О, дорогая, посмотри на свои руки. Он точно не для тебя. Права. Это не для меня. Не будь дурой. Ты даже держать его нормально не можешь. Нет, не подходи! Ну хватит, будь хорошей девочкой, положи этот кусок металла и подойди поближе, чтобы я могла тебя рассмотреть. И что ты собираешься делать? Защищаться. А мне становится скучно. Так намного лучше. Теперь мы можем пообщаться. Скажи мне, где Марион? Я никогда тебе не скажу. Что? Как ты это сделала? Он что, уже остыл? Неважно, посмотрим, как ты будешь им пользоваться. Это уже неважно. Я не смогу одна. Я ни о чем не жалею. Если надо, я пожертвую собой ради домино. Похоже,